Дорогие друзья, всем привет! Сегодня 17 октября, и мы приехали в этот сказочный лес, в котором мы были в мае. Я вижу, что нету здесь грибников, нету автомобилей. Возможно, это связано с тем, что он пустой. Но мы сейчас будем проверять. Не прячься. Точно огромный, но на нем не фокусируется съемка. Первая находочка в траве. Это зонтичек. Пестрый. Хочу напомнить, что данный лес находится в Полтавской области. Слава богу, друзья, я уже думал, зря приехали. Маслюки блестят. Их тут целое семейство. Смотри, Макси. Как их много здесь. Ого. Да. Ну видишь, они какие маслянистые. Ага, вот еще. Один нам корзинку. Маме хочешь понести? Ага, один. На, для распочинится пусть мамочка. Неси ведерко. И мы уже, слава богу, распочинились. Ну, прошло, наверное, минут 5, как я вышел из автомобиля. И, а что интересно, друзья, так это что я вот ходил меж сосенками, то там не встретил. А зашел в осенничек, вот тут, на краю осенничка, низинки. И тут повылазили. Сразу радость какая. Друзья, помните этот череп древнего грибника? Не надо, Максик, это древность. Я еще нашел семью. Примерно такую же, как наша. Не, здесь членов больше. На один. Стоит отметить, что здесь... А, даже на два члена больше. То здесь очень легко дышится, очень легко ходить по этому лесу. Лес просто шикарный, сказочный лес. Я вчера в предвкушении сегодняшней поездки не мог заснуть. Смотри, какие они прекрасные. Угу. Похож на опетний, согласись, и по цвету своему, да, угу. И по строению. Вот я такие весной собирал. Такого же цвета. Вот он какой-то светленький. Вот это, вот это вот? Это я, Максик, не знаю, что. Здесь так прекрасно. Вот, недалеко отойдя, метра 3, да, мы видим еще такие же светлые маслята. А смотри, в каких они сопельках. Прям тянется от одного к другому. Это полянка, я так понял. Не вижу, чтобы здесь было просто все усеяно грибами. Но попадаются все же. Я так понимаю, они только недавно здесь пошли. Что-то Катюшенька присела. А я обратил внимание на эту прекрасную панораму. Такой не сырой даже, а мокрый лес освещает утреннее солнце. И все блестит. И вот лучи этого солнца осветили мне этого масленка. Он более темный. И вот возьмем, к примеру, вот этого его белокурого друга. Разные, да? Мама тоже там нашла. Неужели это он? Это он! Ребята, белячок. Боже мой. Дима, Дима. А? Счастье-то какое. О, да. А ну-ка. Беляк. Боже, первый осенний о, белячок. Вы представляете? Счастье. Класс вообще. Боже, меня прям эмоции просто переполняют. Смотри, Макс.
Смотри, какой беляк. Беляш. Ничего себе. Представляешь? Класс. А ну давай его. А ну давай тут посмотрим. Может тут еще есть? Я же больше хотел, чем ты этого беляша. Надо срочно бежать туда. Так, мамина агентура бежит. Я всего не могу вам озвучивать, друзья. Но я понял одно, что беляши есть. И они есть где? В соснах. А я тут... Так ищи в соснах. Да, сейчас ищи, буду искать. Ищи тут, да. Какая-то птица свила такое гнездо большое. Наверное же она считает, что здесь безопасно. Они только-только полезли, да? Угу. Так они такие длинноногие. А вы уже подкрепляетесь. А ты тоже. Угу. Видишь, какой маленький Максик. Угу. Как ты. Максимчик. Что? Радость-то какая. Что? Прям на косогорчике вылез. Масленыш. Один. Да. Тут как-то не густо, не густо. Не пусто. Ну зато и не пусто, да. Нет, я уже... Катюша привлекла своим криком внимание. Я посмотрел в ее сторону и обнаружил вот такую красоту. А то... Ходим с Катей, да? Одни пенечки. Ага. Так какой красивый. Покажи. Смотри. Длинноногий. Высокий-то стрункой. Угу. Под сосенкой увидел бугорочек. Ух ты. Тут семья маслят. Из двух грибочков. А, остальные тут что-то как-то испортились. Какой он чистенький под шляпкой. Нужно бугорки смотреть. Еще бугорочек. А я здесь проходил с другой стороны. Его не видно было совсем. Вот вам, пожалуйста. По два грибочка. Таких приятных, молодых. Под старой сосной, под ее раскидистыми ветками. Пап, иди сюда, поснимай. Иди покажу что-то. Который это мой грибочек? Это Максик не грибочек. А что это? Это Максик черепочет. Кого? Наверное, собаки. А-а-а. Вот который раз встречаю такой странный гриб. Может быть, вы подскажете, что это? Ну, я вижу, что его или не берут, или берут неохотно, так как растет он тут в большом количестве. Максик, нашел. Два даже. А третий нашел? Где? А я нашел. Где? А вот. Он спрятан. Их тут даже два. Ничего. Ты видишь, какие они хитренькие? А-а-а. А смотри, какие они чистенькие, Максимочка. Там что-то есть, пап. А. Я нашел. Еще? Да, вон. Это что, прям в завалинах этих? Ага. Вон он. Ну-ка. Сам достанешь или папки? Ты доставай свой, а я пойду, я нашел вот тут свой. Потерял из виду. А, вот, тоже. Пап, помоги мне его достать. Там... Ё-моё, да тут целый кладезь этих маслят. Ты заметил вообще? Да. Ладно, я вам выделю с мамой один. Мам! Где ты? Не пойму, где она. Поможешь?
Максичек, будь возле меня тогда. А то мама где-то побежала. И так, ну я тебе твой отдам. Вон. Хорошо? Угу. Давай. Ну-ка. Ой, да. Такой какой-то он раскидистый, да? Угу. Видно, он хороший. Видно. Видно, да. Два грибочка чисто. Два, забирай. Вон там, вон, на бугорке, далеко-далеко, торчит какой-то гриб. На самой верхушке бугорка. Мухомор? Да. Смотри, какой он нарядный, Максим. Ага. И на шляпке песочек, вот он вылез быстренько. Смотрите, какой пригорочек. Я с него спустилась. Посмотрите, и обнаружила. Вот сюда, какой несчастный дива. А вот, смотрите, один, два и три. А где три? А вот, и вот три. Нора чья-то. Как будто с дверями. Видите, такое ощущение, как будто чье-то лицо смотрит сюда. Катюша, ты приносишь мне счастье. Иду за тобой. И такие находки совершаю. Это нам все. Тихо, тихо, тихо. Ваша команда свой беляш уже нашла. Дайте я порадуюсь. Я нашла. Беляш? Да, я нашла. Ё-моё. Иди сюда. Иду. Мой первый беляш этой осенью. Смотрите. А твой второй, да, Катюша? Смотри. Ой, класс. Ой, класс. Можно я его? Нет. О, господи. О. А у меня, смотри, какой. Он побольше твоего будет. А я смотрю, что-то плотность грибничков резко увеличилась здесь. Видно, люди знают это местечко. И вот кругом они нас окружают. Сейчас мы вырвемся с этого кольца. Ага, наконец-то. Давай. Спасибо. А я тебя. Мы три белых нашли. Здесь вот рядышком живет кто-то. Норка чья-то. А я нахожу и нахожу все новые и новые бугорки. Катюша уже убежала. А, это мухоморчик. Они любят соседствовать с мухоморчиками. Так, а где-то еще видел. Вот. А это, друзья, беляшек. Так, тут ничего нету. Команда синих проигрывает, так что иди. Да это мухомор, тихо. Это мухомор? Да. Посмотри, здесь в бугорках вот такое сокровище, Максимка. А это что? Да мухомор, то я сам его разрыл только что. Да. Максим, люди какие-то ходят, иди маме скажи, что я тут нашел. Это же беляшек. Вот чего они тут ошиваются. Класс. Катюша тоже что-то нашла. Я не пойму. Мне это кажется, или это опять белячок. Посмотрите на него. Симпатичный. О, какой классный. Смотрите, какая нога. Это что, белый? Да, белый. Папа тоже нашел. О, вон еще. О, это масленочек. Так. Масленок, давай его сюда. Да я не умею. Катя, смотри. Я вот белый. Такой бугорочек был. О, хорош. И какой Максимка нашел. Ага, это белячочек. Я всех три нашел. Ага. Смотрите, какой моллюск. Моллюск. Смотрите. Класс. О, белый. Молодцы. Вон люди ходят. А я здесь увидел еще одно сокровище. Вот какое.
Это, наверное, место белых грибов. Здесь скопление грибников. Тихо друг на друга кидают косяки. Но, тем не менее, никто не уходит. Просто щекочу себе нервы. Я прям не могу нарадоваться. Вы только посмотрите на этот шедевр. Ага. Мы белые находим. Смотрите, это чисто я нашел. Давай его сюда. Неси. Вообще. Иди сюда. На камеру сними. Ой. Ой, боже. Ой, будешь его срывать или не срывать? Ты. А ты не хочешь руки умазать? Нет. Ой, думай. Мне кажется, я ему ногу оторвала. Вот, смотрите. Там реально скоро может начаться битва. Да мы с мамой нашли. Смотрите, какой. Ага. Карапузик. Сейчас я его достану. О, какой. Держи. Смотрите. Ну как тебе? Ну хорошо. Хорошо. Давай его почистим, положим в ведро. Так, мы с людьми, слава богу, разошлись, как в море корабли. До рукоприкладства не дошло. Ну а здесь вот эти вот грибы, которые я уже вам показывал. Не знаю, пластинки снизу. Так что там, на всех хватит? Ага. Смотрите. 1, 2, 3, 4, 5. Хожу сегодня за Катюшей и беру свою долю. Потому что когда хожу сам, то вообще ничего не попадается. О, давай еще, мама, сказать, тут поляна целая. Тут, видать, просто никого не было, да, еще? Садись он на маленьком. А я пока тут грибочков в команду синих добавлю. Мам, ты. Ой, я два. Ой, и я три. Поясни. Красота. Угу. Родня, вы куда дальше идете? Я здесь нашел целый рядок такой. Масляточек. Вот еще один. Я уже их всех нашел. Прям о, по линии растут. Ух ты, белый. Ё-моё, нафиг мне тебе маслята, я их сейчас повыбрасываю. А вон, смотри. Это ветошь, масленочек. Че вы сюда налетели, как коршуны? Ух ты, смотри, так тут два. Точно. Ой, вот еще масленочек. А ну не создавай ажиотаж. Катя, сзади не раздави масленочек. Прямо у тебя под пятой точкой. Заняла место. Это наш. С чего это ты взял? Я в эти игры не играю. Я у вас с подноса не выхватывал. Да. Неоднократно. Беляш, считай, мой присвоили. Друзья, вы все свидетели, что я кричал родня. И они посбегались. Ой, смотрите, ребятки. Какое волшебство. Вот еще один. Ух ты. Ого. Что? Вот. Я говорю, не умею я держать рот за замком. Класс. Офигеть. Не, это мой. И вон еще Максим нашел. Дай. Уже. Вот он. О, хороший размерчик. Ага. Хороший. Там еще увидел? 4. Да ты шо? Ну, давай срезать. Стримом. Давай, вот я срезаю, а ты клади в этот ведерко. Хорошо. Вон еще. Так. Вот еще. А вон еще два, мам. И вот еще.
Вон еще дали я там. Вот еще. Что вам за это сделать? А ну покажи, покажи, Максимка, на камеру. Смотрите, какой букетик. Супер. Это все должно быть моим. Не-не-не. Максимчик, рано радуешься. А я считаю, с наглыми людьми нужно поступать по-наглому. Поэтому я забежал наперед. Целые поляны маслят. Да каких маслят, а? Я там увидела. Не, не, ты чё? Это наш. Вон еще есть, вон. Ты чё, Максим, не жадничай. Папе, а вот этот возьми. Ты у папочки не один спионерил. Вот этот возьми. И он под ногой у тебя еще. Так, куда ты? Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, Вов, вот это. О! Он... Нет, еще не. Смотрю. Жаль, что у меня всего две руки. Вот. Да, набрал зонтичков. Не могу оставаться равнодушным к такому очаровательному творению. А также вкусному продукту. Вот синей команды. Результат. Это то есть моей. Ага. В моем лице одном. А вот красная команда, это наша. Да? Да, друзья, ну вы же учтите, что значит моя корзинель и что такое детское ведерце для, песоч... это прямо, оно для тоже... песочницы. Нет, оно тоже тяжелое. Я признаю, что белячков здесь больше, но вы меня всю дорогу используете. То на мое место прибежите, то меня... Ты тоже на наше место приходил. Превращайте во вьючное животное, которое должно таскать все эти. А кому мне таскать? Нам Максимка показал, вот здесь вот мы нашли три масленка, да? Ага. А потом обошли эту сосну. И папа. Нашел? Папа. Нашел? Идите сюда, друзья. Где? Вот. Ух ты! Класс! Напоследок. Ну-ка, сынок, дай папке насладиться. О. Вообще, конечно. Ставьте лайк. Сынок, я надеюсь, уже прошло лет 30, и ты смотришь это видео. Вот. Надеюсь на взаимность. Дорогие друзья, мы уже пришли к автомобилю, а это значит, что пора прощаться. Была прекраснейшая грибалочка. Наконец-то беленькие нам повстречались. Да, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. И комментарии не забывайте писать. Всем пока! Пока!